9 человек погибли и свыше 40 получили ранения в результате железнодорожной катастрофы в Анкаре. Пассажирский поезд на большой скорости врезался в стоявший на путях локомотив. При этом обрушилась проходящая над путями эстакада. С рельсов сошли несколько вагонов. Российские дипломаты сейчас выясняют, есть ли среди пострадавших наши сограждане. Поезд направлялся в Конью, город в центральной части Турции. Столкновение произошло примерно в 8 километрах от главного железнодорожного вокзала Анкары. В эти минуты спасательная операция еще продолжается. Турецкие телеканалы ведут прямую трансляцию с места событий.